гуляем на нашей горочке. Хорошо. Как заезд в горочку? Тянет, тянет. Нет, горка вообще тянет хорошо. А попробуй на месте развернуться. А вот смотри, у нас можно посмотреть, какой радиус. 70 сантиметров, метр. Да, красавец, красавец получился аппарат. О, отлично, отличное место. Сергей, расскажите о своем проекте. Проект Рецеспорт. Ну, как бы получилось из велоприставки ручной. Получилась электроприставка. То есть она была у вас механическая? Она была механическая, да. Угу. Как велосипед, приходилось крутить руками. Ну, вот теперь немножко другая скорость и проще теперь на тренировках с ребятами. За ними контролируют, со спортсменами сами контролировать проще будет. А я знаю, что вы тренер. Да, совершенно верно. Расскажите тренер, о команде своей. Да, тренер паралимпийской команды по легкой атлетике. Именно занимаюсь гонщиками на спортивных колясках. Чтобы ребят сопровождать на тренировках, чтобы их прикрывать или как-то просто с ними быть рядом. Прикольно. А можно зафоткать? Просто раз это вижу. Все, Серега, звезда. А что занимали, какие места, где, на каких соревнованиях? Ну, в принципе, я занимал на паралимпийских играх, но по лыжным гонкам. Ага. Да, выигрывал 6 раз, 6 золотых медалей. Вау! Да. Вот так, да. Скромно. Ну, понятно. Если совсем не скромно, то откройте открытие паралимпийских игр в Сочи. Посмотрите. И посмотрите, кто зажигал огонь. Вау! Вот это люди у нас! Да, спасибо за благодарность за сотрудничество. Ну, надеюсь, аппарат оправдает свои ожидания. Да, как говорится, нету предела совершенства. Но то, что получилось, мне нравится. Надеюсь. Спасибо вам. Утром. Я думаю, что приставочка даст вам новые возможности, как бы, и в спорте, и в общении с ребятами, и вообще в перемещении. И вообще, да, в перемещении. Да. Да. Удачи вам. Да, спасибо. Доброго дня. Пока.
мистер Кейс Шилов. Шестикратный чемпион, трехкратный серебряный и бронзовый призер паралимпийских игр по лыжным гонкам. Травма позвоночника получил в автоаварии в 87 году. Лишился способности передвигаться самостоятельно, но сделал это. Чемпион паралимпийских игр в Нагано. В 2002 году трехкратный чемпион и серебряный призер игр в Солт-Лейк-Сити. 2006 год трехкратный призер Паралимпиады в Турине. Двукратный чемпион паралимпийских игр в Ванкувере. Потрясающе! Олеся Владыкина. И Сергей Шилов. Пятая симфония Чайковского и огонь 11-х зимних паралимпийских игр в Сочи. Зажжен, и как это здорово, что олимпийский огонь снова горит здесь, на этот раз паралимпийский огонь. Мы уже соскучились по нему, тебя долго не было в Сочи.